По всей области прошли урочистости, на яких ушановывали лепших выпускников. Так у Могилеве лепших из лепших запросили на городский баль. Это золотые и сребные медалисты, переможцы и призеры предметных олимпиад и международных конкурсов. А вось урочистости для выхованцев областного кадетского училища прошли на площади Славы. 71. Менавіта столькі выпускнікоў Магілёва атрымалі золотые и срэбраныя медалі. Их больш, чем лета. Спецыялісты звязваюць гэта с повышением узроўню адукацыі. Гэтых таленавітых молодых людей разом с бацьками запросили на официальную церемонию узнагароджання. Даже где-то в глубине души грустно, потому что, кажется, вот оно все закончилось, начинается взрослая жизнь, новые препятствия, какие-то новые испытания, те же экзамены. Страшно. Но все-таки вот все награды, которые я получила за все время, дают хоть какую-то уверенность. Они достигли высоких результатов. И мы сегодня поздравляем этих детей, желаем им дальнейших успехов. Надеемся, что это не будут не последние достижения. И дети наши достигнут тех высот, которые мы еще которых услышим. Атрымали аттестаты и могилевские кадеты. Их выпускный прошел на площади Славы. Развитание со стягом, уручение посвящения о поспеховом завершении навучальной установы и традиционный апошний кадетский марш. Сёлета выпускниками кадетского училища стали 29 хлопцев. Это были самые незабываемые, наверное, моменты жизни, учебы в училище кадетском. Это не передать просто словами. Мы поступаем в высшее учебное заведение Республики Беларусь военное и готовы дальше продолжить служение Родине. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, «Новини регіон».